Ну, нужно сказать, что сняли с них, с немцев, я имею в виду, сняли один балл. Так что один балл, честно говоря, надо, конечно, смотреть действий протокол, за что это было сделано. Возможно, что-то нарушили в правилах исполнения поддержки. Ну, ладно, разберемся потом. Тем не менее, у них прекрасная сумма. А сейчас наши. Таня Волцажар и Максим Троньков. Итак, дипломированный педагог-психолог Максим Троньков. Сейчас в роли Звездича, она баронесса Штраль, и замечательная музыка Арама Ильича Хачатуряна, вальс. Итак, пьеса Лермонтова «Маскарад». Точнее, не пьеса, а поэма Лермонтова «Маскарад». В данном случае ледовая театральная версия. Это вот подкруг. Держим Тодос. Держим. Ну, в общем, на грани. На грани они сделали Тодос, потому что чуть-чуть покачнуло Максима где-то на втором обороте. Все вспоминается та самая ошибка на Тодосе, которую они сделали на чемпионате Европы в начале своей совместной карьеры. И в финале браслет у него остается в руке. Но, тем не менее, мы видим, что по технике они не слишком превзошли оценку Алены Савченко и Робина Золкова. Хотя, конечно, по силе впечатления это мощная программа. Ну, чуточку в Тодосе Максим закачался. Но молодцы, все равно все докатали, он достоял, они потом докатали программу до конца. Знаете, когда Мария Петрова, Алексей Тихонов приходили общаться с вами у нас на канале Евроспорт, и мы с ними обсуждали их впечатления от, вообще от сезона, от того, кто как катается, у кого какие программы, они, можно сказать, что даже по телевизору, когда катаются Таня с Максимом, ощущение такое, что они очень мощно катаются. Вот этот вот ход, который невозможно остановить. Причем они делают невероятно сложные вещи в этот момент, а вальс — это очень сложно. Вальс — это в фигурном катании, ну, наверное, самый сложный танец. Танцоры это знают. И танец с Максимом как раз
когда ставили этот вальс, они мне рассказывали, что, а поскольку ставил Николай Морозов, который тренирует наш танцевальный дуэт Лену Ильиных и Никиту Коцалапова, то, ну, во-первых, сам Николай бывший танцор, и он показывал какие-то ключевые вещи вальса. Ну, а кроме того, еще что-то, знаете, помогали и объясняли Лена Ильиных и Никита Коцалапов. Потому что, казалось бы, что может быть проще вальса? В случае, что может быть его сложнее. Но они блестяще с этим справляются. И для спортивной пары вот такой уровень танца, спортивного танца, это демонстрация очень высокого уровня катания, вот уровня скольжения, технического уровня владения коньком. То есть то, что в компонентах у нас называется skating skills, да, уровень катания. Вот вальс это демонстрирует. Ну вот мы видим, да, что на какой-то момент темп разошелся, темп вращения Тани и темп работы Максима в этом тодосе, и конек его правой ноги практически стоял на месте, как будто ждал, когда Таня дойдет до него. Ну, был такой момент, и спина у него пошла чуть в сторону. Но слава богу, что все закончилось вот так вот хорошо, как уже не первый раз в этом сезоне, браслетом в его руке. Баронесса подарила ему этот браслет и не могла этого не сделать. Так, драма Ленова «Маскарад», музыка Хачатуряна, исполнение Татьяны Волосожара, Максима Тронькова. «82-65». И вы знаете, наверное, это объяснимо. Да, это не 83 балла и 5 сотых, сколько у них было до этого, но это 82-65. Ну, в общем, с этим, наверное, даже можно согласиться.